в одном СНТ появилась истощенная, изуродованная собака. Обезумевшая от боли и страха, она шарахалась от людей. Никому не удалось ее поймать. А всем, кому обращались за помощью, отказали. И только наш ловец согласился выполнить эту нелегкую задачу. Ловили ее до глубокой ночи. Почти 4 часа. Вот смотри, пуля отсюда зашел, это язык. А вот просто в целом на нее посветите, ну, на туловище, чтобы размер понять. Ну, вот так. В нее стреляли в упор, прямо в челюсть, и не раз. По овчарке, там у нее пули, и верхние, и нижние челюсти, это ей дробью кто-то зафигачил все это дело. Раздроблено очень сильно, собрать, к сожалению, невозможно, язык некротизированный, нижняя челюсть некротизированная. Вот. Если оставлять, ну, грубо говоря, нужно нижнюю челюсть удалять, часть языка удалять, и жить она будет, если только пищеводный зонд ей ставить и через пищеводный зонд кормить. Вот, других вариантов нет, к сожалению. Иногда милосерднее отпустить, а смерть ее пусть ляжет кармой на стрелка. Возмездие ходит медленно, но след вслед. Карму обмануть невозможно, и неважно, веришь ты в это или нет, законы кармы не щадят никого.